Лучшие работники сферы ЖКХ сегодня собрались во Владимирском технологическом колледже. Нет, они не устраняли аварию, а соревновались в мастерстве. Подробности у Ильи Лобова. Электрики, сантехники, механики, электро- и газосварщики – все это люди, без которых невозможна нормальная жизнь любого города. Для них такие конкурсы – прекрасная возможность лишний раз проверить свои навыки и поделиться опытом с коллегами. Среди участников много молодежи, причем они соревнуются наравне с опытными профи. Наши молодые специалисты, наши обучающиеся соревнуются вместе с теми, кто уже проработал 20 и более лет даже. Не только вот те, кто выпустился, проработал 1, 2, 3, 5, но и более такими зрелыми. Условия одинаковые, задачи одинаковые. И в прошлом году ребята заняли все три призовые места, что было очень приятно. Станислав Дементьев – самый молодой участник среди газосварщиков. В профессии он всего четвертый год, но дело свое знает. Уже успел поработать на самых разных объектах. Мы работаем везде, в квартирах, в подвалах, на чердаках, везде. А вот начинающий электрик Дмитрий еще только заканчивает колледж, а с заданием справился быстрее всех. Ему пока не хватает практики, зато уверенности не занимать. Надо было как люстру трехламповую подключить, как бы одним выключателем две лампы и другим одну, и переключателем, чтобы одна лампочка горела и две. Не перепутать провода. Понятно. А так, сообразительность там, логика как бы иногда. У сантехников тоже типичное задание – установить на раковину счетчики горячей и холодной воды. А вот судья у них необычный. Валерий Фомин – сантехник от бога, трубы ремонтирует уже 18 лет. Поэтому неудивительно, что именно он оценивает эту часть конкурса. Валерий Измайлович лучше всех знает – хорошего сантехника всегда видно по аккуратности и дружелюбию. Первое, что они должны знать, это культурно у них, чтобы инструмент не был разбросан. Пришли на заявку, инструмент всегда был с правой стороны под руку. Ну, а где-то, значит… На ноги специально не ходят, чтобы ни грязь, ничего не разносить. Потом, значит, это как уже и треть идет качество. Ну и отношение к людям. Не прийти вот там, что там у вас случилось, чего, ну, культурно, вежливо. Вот бы в нашем жилкомхозе все такие были. Ну а по итогам конкурса лучшим сантехником признан Виктор Алексеев из Горводоканала. Среди сварщиков отметили Руслана Финансова, а с электрической схемой лучше всех совладал Иван Александров. Успехи студента Дмитрия Иванова тоже отметили, но профессионала переплюнуть ему не удалось.